Итак, всем здравствуйте. Сегодня Фишерман Хунтер хочет, чтобы вы сегодня слюночки попускали. А именно от чего? Ну, короче, рис у нас со специальным соусом, рыба. И вот это вот изысканное блюдо, это называется сморчки. В офигенном соусе с укропчиком и с зеленым луком. Сморчки я собирал 5 дней. Короче, насобирал где-то 42 килограмма сморчков. Мы их сейчас перерабатываем, варим. Вот вчерашние мы еще не до конца доперебрали. Как бы у нас вчера нормально вышло. 12 килограмм, это очень-очень много, целая ванночка. Вот, так что, друзья, давайте пускаем слюнки. Дразнимся, ставим лайки, оставляем комментарии. Делимся видосом и подписываемся на мой канал Фишерман Хунтер. Скоро у нас пойдут подосиновики. Всем пока!